Чё, всем привет. Сегодня мы в четвертом секрете берем третий сейф. Посмотрим, смогу ли взять. Фух, поехали. Так, нет, стоп. Теперь точно поехали. Посмотрим, пойдет ли сегодня получше. Ну, по ощущению, играется примерно так же. Там надо маленький прыжочек прям делать. Сейчас не знаю почему, кстати, не залетел, даже банка не было. Возможно, я слишком рано начал прыжок. Ну, типа, надо ближе к вершине шипа начинать. Вот это была хорошая попытка, но нет. Вроде хорошие попытки идут, но ни одна не успешна. Но где-то вот вроде рядом.
А, кстати, я онлайн-то не забыла брать. Что-то забыл. Онлайн вроде этот нужен. Ну, по крайней мере, Steam я точно проходил. Но это лучшая попытка пока что. Это пока что лучшая попытка. Хорошая попытка, но, блин, ну, по-моему, кстати, даже, я чуть забыл, я перелетел, по-моему, я перелетел. Я не знаю точного, точной траектории. Бонг, ну, в основном бонг убивают. Да блин, ну как же так? Предполагалось, когда этот сейв делался, я уверен, предполагалось, что после этой попытки человек обязательно дойдет до корнера. Вот.
Вот, и в принципе, рекордер с нескольких попыток, скорее всего, получится сделать, ну, предполагалось. Вот, и в итоге этот сейф-то не должен занять много часов. Но я умираю на легкой части. Стабильный должен находиться. Ну как бы для меня это сложновато. Я думаю, постепенно можно стабильность набить. Вроде уже чаще такая почти правильная траектория стала получаться. Или просто сегодня у меня хорошо идут маленькие прыжки. Опять какие-то планки пошли. Не знаю, я думаю, что все-таки как-то можно сделать, чтобы это можно было даже трехкадровым прыжком проходить. Но я не знаю, блин. Может, надо пытаться прямо от основания шипа, прям вот, не знаю, от очень низкой точки. А, нет, тогда... Нет, ну от основания я тремя кадрами, очевидно, шип не перепрыгну. Значит, откуда-то вот, типа, вот отсюда, да.
кстати, вроде довольно близко было. О, или нельзя. Вроде я сейчас, в принципе, прыгнул, как я хотел. А может и нельзя так. Ну или может быть я все-таки слишком далеко от шипа прыгаю. Не, лучше, наверное, буду пытаться как до этого, потому что там хотя бы проверенная острота. А тут непонятно, возможно так вообще в принципе или нет. Как задумали разработчики, тут непонятно. Телевизионных опросов позвонила. Да уж, вот он, ТАСС-2. Сложность просто ужасающая. И это еще не экстра. Это еще не экстра. Ну вот прям
миксера не хватило по ощущению. Кстати, по-моему, я два кадра сделал, но там надо было один. Скорее всего, два кадра тоже из какой-нибудь точки можно. Сейчас я, по-моему, сделал один, а надо было как раз два. Сейчас я, по-моему, далековато просто прыгнул. Надо научиться близким шипом прыгать. Вот, вот это было хорошее, но почему-то все равно нет. Я же вроде не забываю онлайн брать. Вроде не забываю. Жалко, что нельзя сохраниться после этих яблочек. Вроде только два раза до сегодня получилось. Надо прыгнуть. По-моему, я очень далеко прыгаю. Надо прям близким шипом. Ну это реально сложная траектория, конечно. Не знаю, какой вот все стоит. Не, ну ладно, это секрет.
strane ne vjerujem što je da po složnici save bude pokretat. No bude sve rano neko to više složno. Можно было бы после этого прыжка и сейф поставить. Блин, ладно, че я жалуюсь? Thank you.
я не думаю, что Максим Быстринки задумал вот такой. Игра громче микрофона опять, сейчас. Это вообще, сейчас нормально. Ну, а как еще делать? Естественно. Ну, в смысле, я делаю как обычный double diamond примерно. Типа однокадр там. Вот, типа такого, ну почти. Я уже разные страты тут испробовал. Я уже разные страты пробовал. Ну, рабочая одна пока только. С которой получается. Я не думаю, что тут есть лучшая страта, ну либо словами пиши, но это... Стринг стабильно не рабочий, но не факт, то может быть я плохо прыгаю. Ну да, я думаю, тут лучше легче все-таки вот есть. Блин, ну это лучшая попытка за все. Сколько я уже на этом сейве сижу? Часа 3, да? Ну это лучшая попытка за все время. Нет, 3 терн еще нет, часов, не знаю. Ну, короче, достаточно долго уже. Блин, может в жетуле потренить хотя бы? Я не знаю. Хотя ладно. Люди это, ну вообще как бы, ну типа всякие там перекачи, опытные игроки, скажем так, да? Они вообще четвертый секрет не замечают. Типа они брали весь секрет, там, за час, или даже, по-моему, меньше, по-моему, даже меньше, минут за 30. Ну это, конечно, какой-то, по-моему, недостижимый уровень игры, я хз. По какой страте это можешь объяснить? Ну, можешь просто объяснить, если там такая великая страта? Ваша па смотрит вверх. Есть такое. Надо прыгать между ними. А дальше что? Я приземлюсь между ними. Я приземлюсь между этими шипами, и что? И умру. У меня третьего прыжка нету. В смысле? Я не понимаю, о чем вообще.
Ну, блин. Первым залететь в ямку. Но это невозможно. В смысле, как это первым залететь в ямку? А, ну в смысле, типа, вот отсюда, одним прыжком сюда, ну, я это пробовал в самом начале, это не работает. Это же самое первое, что я попробовал, но это, очевидно, не работает. Не хватает тупой высоты. Если это работает, то это должно быть действительно проще. Типа отсюда, отсюда однокадр делать, да, вот от, с этой точки делать однокадр. Ну, какая разница, ну блин, не знаю, небольшая разница. Небольшая разница, честно говоря. Не знаю, может, кажется, ну потому что отсюда, я, если я два кадра сделаю, я в этот шип упрусь. Да ну нет. Какой три? Три вообще, наверное, бонг будет, скорее всего. Да и два, наверное, бонг будет. Я даже, наверное, не обшип умру, а скорее всего даже бонг носит. Потому что я долетаю вот до вот этой... Мышку же видно? Я долетаю до вот этой вот точки где-то. Я же не в ямку прям лечу, а вот где-то вот до вот этой точки. Она лучше, конечно, прям, как ты написал, в 100 раз. Ну, посмотрим, может стабилизируется как-нибудь. Ну, кстати, почти получилось. Но там надо теперь тормозить, а не, не лететь на пролом. Здесь как бы сложно, ну, то есть очевидно, что это сложнейший сейф в игре, и прям он намного сложнее, чем все, что есть в игре, но это же секрет, это нормально, вообще, ну, видимо, считается. Ну, то есть, если бы это было в основной игре, это было бы абсолютно неадекватно, но типа секрет сложный. На как бы секрете торчать на сейвах несколько часов, это нормально считается, видимо. Ну, по крайней мере, для игрока моего уровня. Не вижу в этом ничего такого. Я в К3 тоже там на тасе сидел.
траектория сразу стала намного сложнее. Да, как бы точка прыжка, она более очевидная, откуда нужно делать прыжок. Но тут нужно, это нужно, сюда долетаешь, нужно очень четко среагировать, сделать маленький прыжок, держа влево, потом нужно отпустить прыжок и отпустить влево, начать падать и нажать влево. Это трудно в голове уместить так сразу. Старой этой стороне хотя бы вот просто держишь влево тупо и все. Ой, опять по старой сделал. Да, ну я понимаю, что полный. Я полный держу. Могу даже вывести вот эту фигню, у меня же Куда раньше? Ну, в смысле я поздно поворачиваю налево? Ну, я огибаю шип и сразу налево. Куда раньше-то? В смысле, ну куда раньше еще? Прикалываешься? Ну, не знаю, может там на кадр можно раньше, ну... Ну, как бы, я делаю как умею, ну, это типа сложно тогда. Прям идеально обогнуть шип, это ж сложно. По новой строте ни разу не получилось. Я не знаю, чем она 100 раз легче, прям 100 раз. Ну как бы я пытаюсь, ну вот раньше не получается. Я по факту вообще сразу жму налево. Получилось.
знаю, было ли это совпадение, что два раза получилось чуть ли не подряд. В принципе, у меня по старой строте тоже были две попытки довольно рядом, прям почти. Так что это еще ничего не значит. Ладно, это уже третья. Офигеть, я впервые до сюда дошел. Ты выглядишь сегодня так умер это дело. Показывает, будто я на кадре делал. Но ведь по факту я ни хрена, по-моему, не на кадре делал. Даже 9 миллисекунд, 6. Я думал, моя клавиатура уже не способна. Значит, это у меня руки не способны. Я почему-то думал, что у меня клавиатура стала хуже отзываться. Значит, нет, значит, у меня реально просто руки стали хуже. Ну, то есть, это походу стало играть. Похоже, стал играть. Это настолько не радует, что я вообще прям сильно расстраиваюсь. Да нет, ну в смысле, ну ты видишь, там тупо в миллисекундах показывают, ну миллисекунды уже показывают. Не, понятно, что в игре может быть два кадра даже при там 17 миллисекундах, ну в редких случаях даже при 6. Но я имею в виду, что в целом клавиатура может, значит, однокадры, и причем довольно часто. А я как-то не могу. Даже двухкадровый, у меня даже, ладно, с однокадровыми, да, фиг с ними. Но я даже двухкадровый редко могу. Я даже двухкадровый не могу делать, когда надо. Ну, типа, могу, но стабильность очень хреновая. Блин, хорошая попытка опять была. Ну, сегодня прям много хороших попыток. Как бы перелететь ледж, это уже хорошее. Не, ну как бы вообще влететь сюда, это уже хорошее. Но просто обидно, если умираешь прям тут где-то. Даже не став на этот ледж. Острота вроде действительно получше, почаще стала немножко получаться. Я бы не сказал, что она в 100 раз лучше, но лучше, да, она лучше.
все равно такой прыжок, очень тонкий. А тут не Frame Perfect? Да ладно. Да в смысле не Frame Perfect? А сколько? Два кадра? Ну ладно. Ну, вообще мне кажется одно, один кадр там. Не знаю, где там три. Не знаю, где там три. Три точно нет. Если бы там было три кадра окно, это бы вообще даже не тонкий прыжок был. Практически. Это почти каждый раз получалось. Ну, два, конечно, лучше, чем один, но это все еще очень-то... Ну, как бы это не в 100 раз лучше, да? Ну, конечно, это лучше, я не спорю. Ну, я имею в виду, это не... Скажем так, эта острота никак не... не объясняет, почему, типа... Все проходят этот секрет быстро. Ну там объяснение там другое, они просто играют лучше намного. К тому же эта острота вообще сверхнеочевидна. Кто ее вообще нашел? Максим? Я бы, наверное, даже не додумался. Ну как не додумался? Вообще-то это первое, что мне пришло в голову, но оно не работало тупо по факту. Ну все проходили по ней, потому что разработчики или кто-то в чате сказал эту строту, скорее всего. Ну или просто они такие опытные, что они на глаз могут определить. Ну да, наверное, они просто опытные. Ну то есть все же проходили очень сильные, такие. Кинесис, Разор. Вольск. Ну да, да, они просто опытные достаточно, чтобы определить на глаз. Я не знаю, Генезис вообще собирал секрет. Он, наверное, и не собирал, если так. Кстати, он завершил забег сегодня. Я не посмотрел. На хайсе дроп? Ну что-то у него, конечно, требования к забегу жесть завышенные. Типа он хочет за 5 часов, что ли, пробежать сразу? Такое.
там уже, если честно. Видимо, не всегда сегодня этот сейф пройти. Не, ну я понимаю, может нет. Ну плюс он вроде устает быстро. Да блин, как его умудряюсь перелетать-то? Ой, теперь отпустил влево и упал на шею. Сейф уровня по сложности Crimson внутри. А по дизайну уровня Task 2. Не, ну ладно, в Task 2 там совсем уж зашквар. Скорее всего. Вроде двойные инверты где-то, еще что-то. Но это тоже специфично. Ну, там другие зато прыжки. Но, наверное, мне кажется, стабильность была бы даже выше, чем на этом прыжке. То есть там, по сути, даже легче начаться. Ну, хотя я не знаю, что там дальше после этого ледж. Знаешь, у меня Hades этот ledge получается чаще, чем вот этот прыжок. А, там они по-другому расположены, язык. А, ну тогда понятно. Не, я думал, там яблоки так же. Блин, ну не долетел. Но я два раза подряд прошел этот прыжок, офигеть. Такого никогда не было. Ого. Ну, это что, три раза подряд? Ну, три раза подряд сделать этот прыжок, это, конечно, хрена себе. Вряд ли такое повторить удастся.
сложно. Но я стал бы ходить. Да блин, опять не долет. Я боюсь об пирамидку умереть. Я надеюсь, следующие сейвы не настолько сложные. Пусть это будет просто дисбалансным сейвом. Я дошел до корнера, охренеть. Фух. Ну, молимся. Блин, как его сделать? Есть! Офигеть, я прошел этот сейв, жесть. Лол, корнер ферст трай, ну, повезло. Чё тут дальше? Ну, тот сейф занял несколько часов. Просто несколько часов. Ни один сейф столько не занимал. Ну, конечно, это... Ладно, это сложное заявление, потому что... Но по сравнению с чем? По сравнению с 25-м прохождением? Ну, все равно, по-моему. Ну, все равно, я очевидно, что нет таких сейвов по сложности больше. Ну блин, это что, ГТШ? Это как бы игра чуточку полегче, чем ГТШ. Уже не зря стрим запустил. Взял про это совет. Хрен знает, сколько точки там будет. Очень сложно.
штамме их можно ловить. Зажать вправо нельзя, болтать нельзя, то есть надо прям в воздухе таймер ловить. Насколько этот сейв легче, чем прошлый? Ну просто баланс, конечно. Но насколько он проще? Что надо столько сложных прыжков сделать за один сейф? Офигеть, ну мне кажется, этот сейф опять будет по сложности. Хотя, блин, не знаю. Ну блин, вот этот корнер и вот этот прыжок сложный. Ну и там тоже там алмаз, а потом вроде что-то типа прыжка. Что я буду в экстре делать? Просто что я буду делать в экстре, если у меня четвертый секрет уже вызывает такие сложности? Последний прыжок. Ну ладно, проходимо, типа. Этот кружок сложнее, чем корни, по-моему.
Относительно. Не знаю, то и то сложно. Но вот нижний левый по-любому последний. Ладно, но это было все равно легче, чем тот сейф. Тот вообще, где уже никто не перебьет, только экстра. Но это был все равно сложный сейф. Ну не настолько, конечно, как тот. В конце сейва девятка. Супер нестабильный прыжок. Конечно, да и ходить туда не вроде не сверхсложно. Все, взят что-то секрет. Фух. Ну это, конечно, жесть. Полная жесть. Ради этих очков нужно такое отстрадать. Просто немыслимо. Не, ну я понимаю, что если начнут сравнивать, типа, ой, ну вот там в третьей мире, или тем более там в Шедоулинке, да, ну блин, ну... Относительно этой игры это просто это жесть полная. Прям очень сложный секрет. Осталось только яблочко. Но оно тоже, кстати, сложное, но интересно.
два варианта. Проходимо. Не проходимо, блин. Ну вот два варианта. Либо за ним, ставить яблочки сверху, либо снизу, но так, чтобы можно было потом приземлиться. Главное не посередине. Надо, я так думаю, яблочко ставить здесь не снизу, а вот где-то в прыжке. Тогда второе я могу уверенно поставить сверху, потом еще сверху, потом тут сверху. Ну, по идее, вот эта страта, ну, как бы выглядит идеально. Но надо затаймить первое главное. То есть я его поставил тут, а следующий все равно тут. Значит, надо это ставить снизу. Вот тут слева. А потом уже прыгать к потолку. На самом деле это было проходимо, но такое. Ну да. Но скорее они преследуют меня. Страта. О, страта есть, осталось только исполнить. Но это типа сложная часть начинается. Слишком справа поставил, хотя можно было, но слишком она справа стояла далеко. Приземляться вплотную к шипу желательно. Хорошо.
Блин, ну... Стоп, ну ведь я очень яблочко хорошо это поставил, значит... Значит, надо наоборот пытаться как можно правее его. Ну да, значит, надо пытаться как можно правее поставить. Чтобы я слева от яблочка мог приземлиться. А потом уже, типа гейтар это делать. Ну, так тоже, конечно, можно, но, типа, практически однопрыжковый алмаз потом. Надо выработать тайминг. Вот тайминг, когда я жду яблочко снизу, он плохой. Надо попробовать ждать яблочко на предыдущем прыжке, а потом без остановки. Ну тоже что-то хрень. Тогда ждать яблочко правее, а потом, ну короче, надо вот так вот подбирать. Тоже был хороший вроде тайминг. Стоп, странно, но только что же это был хороший тайминг. Забыл про тайминг почему-то. Почему? Блин. Надо под средним шипом попробовать. Хотя, мне застало это яблоко в прыжке, надо чтобы оно сработало раньше. Чтобы оно сработало раньше... Значит, мне надо пойти тоже раньше. Ну тогда тут подождать. Еще сдвигаем. Ну практически это без остановки просто надо идти. Но я вроде без остановки когда иду, то плохой таймер. Хотя вот сейчас был хороший. Я чуть-чуть вроде подождал перед тем, как прыгать. Где-то кадров 30. Узковато. Да что ж такое?
Ну блин. Ну ладно, это хорошая попытка. Вроде понял, как делать. Кажется. Как-то так, к экстре готов. Ну как готов? Технически готов. Ачивка называется «Неплохо сыграно», а в оригинале First of the X, по-моему. А, не, это тут. А, это я не помню. Что-то напись помню. Нота Чоп? Почему Нота Чоп? Ну, есть же название такой позиции. А, Good Game здесь написано? Типа ГГ, да? Ну понятно. А, точно, там же было GG. А, я понял, там GG просто было, да? Точно, вроде. Древняя карта. Почему она древняя? Ну да, я играю про оригинал. Призвать мачу карту. Блин, вот это. Но он же на самом деле не суши. Все-таки, ну суиси это же не транслит суши. Ну, я не знаю, почему. Ну то есть, ладно. Ну так а почему она ancient? Почему она ancient? Почему она древняя? Забавные ловушки. Невероятно. Выживатель? А, да? Лол. Подожди, у него есть блок? Подожди, это реальный человек? Столько вопросов. Лучший из худших. Это как там, Professional Choker или что-то такое? Максимум точности. Но точность тут вообще ни при чем. Собиратель вишен. А, в комментариях просто блок. Собрать все 16 спрятанных вишен. Нужно больше секретов. Свитер. Футбол все же лучше. Ну, не знаю. Ну, мне это и то нравится. Счастливый понедельник. Почему по-английски? Happy Lows. Бездонная яма. Тяжело немножко читается. Глубокий темно-фиолетовый. Добро пожаловать на дно.
Подожди, ну мы же уже пробили дно. Ну не знаю, это надо как-то креативно подумать. Не обязательно прям переводить. Ачивки же не обязательно должны быть переведены. Они могут быть по-русски вообще другого смысла иметь. Ну, ну не то что смысл, ну типа комментарий другой иметь, например. Типа, все школьники довольны там. Ну не знаю, ну, как угодно. Сломанная серия Z2. Ну короче, а, нужно что ты говорил? Как будто тут что-то особое. А, на втором, подожди. Ничего особенного. А, стоп, что? Максим Шипиксет? А почему он там? А, подожди, это шип, который вылетает? Нет, это не шип, который вылетает. Пасхалка такая. А, у нас же шип, он же статичный, он никуда вроде не улетает. А я забыл, где я хотел посмотреть еще триггеры, на каком экране. А, на Unlock Trials я хотел. Все. Почти все, почти все шипы триггерные, только особенно. Пойди разбери, вот так, типа, хорошая эта секретка помогает понять, что происходит на экране. Вот стоишь, например, на этом сейве, смотришь, и типа, триггерный шип, триггерный шип, триггер, триггерный шип, триггерный шип, триггерный, тут, это вообще шип внутри, и хрен пойми. Ну, Сейси я же вроде по идее видел. Ну, ничего особенного. Портал триггерный. Такой спойлер. Короче, все. Жду экстру. Ну, видишь как. А, что надо было протестировать, что-то или нет? Я так понимаю, в принципе, не... А, ну босс офлайн, не знаю, может офлайн есть что протестить. Если надо идти практицить. Если надо практицить, потестить, то я просто в офлайне протестирую. Все, на этом всем пока.